А я вас предупреждаю. Ваша акция, она не санкционирована. Мало что не санкционирована. Вот мой знакомый генерал. Здравствуйте, я Алексей Григорьевич. Молодец. А что значит недопустимо? Почему? Акция, уведомление послано. Кем? Вот. Вы не знаете. Ну и что? И это не место сбора. Я еще раз. У граждан место сбора. Я поведу своих людей к месту сбора. Мы в своей стране, это наша родина. Ваш генерал. Не шумите, пожалуйста. Наша родина. Я еще раз поведу. Товарищ генерал. Здесь место сбора не обозначено. Какого закона? Мы имеем право по конституции. Так вы кому присягу давали, товарищ полковник? Вы советское время учили. Никогда мы не разойдемся. Вот, товарищ полковник. Устроимся в колонну. Вам текст присяги, который вы давали. Устроимся в колонну. Выглядит народу, а не режиму. А вот там конституцию. А вот там конституция. Вы должны защитить конституцию. Возьмите. Возьмите и занятия пройдите со своими моряками. Возьмите присягу и конституцию. И мы пойдем к месту сбора. Все. Куда ходить?